Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Зрители выбрали в ТНТ Клаб двух кандидатов на уход – Марину Тристановну Абрамсон и Элю Кудряшову. Эля отказалась от дальнейшей борьбы за место на проекте, расплакалась и решила сама покинуть Дом-2. Также проект покинул и Богдан Шукюров. На субботнем ток-шоу появились две новеньких участницы. Анастасия пришла к Роме Гриценко, ей 21. Она модель, а также учитель русского языка и литературы. Поскольку Романа сейчас добивается Маша Кахно, то девушкам придется конкурировать. Это Виктория из Калининграда, ей 19, пришла к Сергею Кучерову. Она хочет спасти его от Юлии Ефременковой. Она хорошо готовит, не гавкает, как Юля, и, по легенде, защищает диссертацию в свои-то 19 лет. А на острове любви провинились Виталий Малышев и Захар Саленко. Виталий на вилле Жужи целовал в ушки ее подругу, облизывал ей пальцы и на коленях предлагал руку и сердце. А Захар Саленко переспал с Лизой Триандафилиди. Он изменил Лере Фрост, стоило ей только уехать с острова. Сейчас Лера находится в отпуске, она уже знает обо всем и не намерена прощать Захара. В сети появились первые снимки со свадьбы Оли Рапунцель и Димы Дмитренко. Один из зрителей выложил этот снимок. На нем можно рассмотреть то самое свадебное платье за 600 тысяч рублей. По задумке Ольги, это образ царевны-лебедь. Марина Тристановна сидит на диете, она хочет похудеть. «Для того, чтобы не сорвать диету, меня посадили на цепь», – пишет она. Шоу «Клуб веселых дураков» с Андреем Черкасовым в роли ведущего пользуется успехом у зрителей. Теперь оно будет идти и в воскресном утреннем эфире. Многие зрители считают, что это шоу гораздо интереснее других эфиров, веселое и легкое. Илья Ебаров рассказал о своей новой избраннице. Якобы они уже вместе полгода и планируют пожениться и завести детей. Но буквально сразу же Илью уличили во лжи. У этой девушки есть муж, и ему принадлежит кальянная. А Илью просто пригласили в качестве рекламы для кальянной. Он оказался дешевле всех звезд. Ольга Бузова улетела на ужин во Францию на частном самолете. Александр Моисеев и его супруга Юля крестили своих двойняшек. Сергей Сичкар снялся в откровенной фотосессии. Напомним, ему давали 3 года за угон автомобилей. Сейчас он остается под надзором в колонии поселения, но к концу лета надеется освободиться полностью. Рита Керн решила убрать импланты. Она опубликовала видео из операционной. Состоялось открытие шоурума Ксении Бородиной. Она действительно лично общалась с покупательницами, давала им советы по выбору одежды. И такую акцию она планирует еще повторить. Настя Лисова, которая отдыхает со своим молодым человеком в Доминикане, получила от него предложение руки и сердца. Своего избранника она пока не называет и не показывает. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.